Пошел, пошел, пошел. Вот, 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 ты откуда там появился, братец? Братец Фриц. Эти еще откуда-то повылупулялись. Ты Фриц? Конечно, ты Фриц. То, что по тебе не стреляют, не значит, что ты не Фриц. Убегаем, просто убегаем отсюда. Как можно дальше. Как можно быстрее. Авось сохранение дадут. А ты куда? Ладно. А ты куда? Ладно. Хорошо сделано, товарищи. Но мы не прорвались. Немцы идут через деревню, пытаясь обойти нас с фланга. Нам было приказано отбросить их. Опять-таки в пятером отбросить, да? Это упортая винтовка, на самом деле. Они переходят холм. Все эти полуавтоматы очень упортые здесь. Кто в меня? Я что, горел? Понятно, там огнеметчик. И как всегда, его все игнорят. Буду лучшим Мосином пользоваться. Надежнее. Ваншотит и все. Без проблем. И не надо особо париться. С точностью, с уроном. Давайте-ка вы вперед. Да, вот так вот лучше. Ну, стреляйте в них или в этого, я не знаю. Тут много целей, в кого можно пострелять. Ух ты! Нифига себе! Ну и чё, и кто будет вылезать? Ладно, я просто кину гранату. Все померли? Нет, не все померли. Да зараза! Чтоб тебе! Ну, теперь точно все померли. Какая-нибудь есть аптечка? Что-то в United Offensive очень мало врагов помирает с аптечками. Прямо впереди! Там мельница! Мы должны туда попасть! Пошли! Не вижу ничего такого проблемного, чтобы туда попасть. Можно мне аптечку перед этим? Нет, ну ладно. Спасибо, я так и знал. Охренеть! А на кой черт туда 20 наших только что забежали? Забежали 20 наших, а оттуда выпрыгли два немца. Рад видеть вас, товарищи. Мы
Мы должны очистить эту деревню и защищать мост, пока не прибудут наши подкрепления. Если немцы его возьмут, мы окажемся в окружении. Готовы? Я уже не готов. После такого. Тебе сложно, Малик? Да убери ты свою голову! Чё-то пытаюсь не дать им пройти к пулемету. Надо все засрать. Вот так вот. Продержаться минуту 57. Ну, хоть не 4. И хоть не 25 минут, как в компании за америкосов. Да выпустите меня. Ну, что такое? Что у нас на распорядке дня? Так, отлично. Фрицы. Панзерфауст будет или Панзершрек или что-нибудь еще? Да, это оружие не ваншотит. К сожалению. Если только в башку не попасть. Что-то их там много, господа. Напрягающе много, я бы сказал. О, второй этаж есть. Еще один танк, еще два танка. Они перебурли, а? Антитанкового ничего нет. Аптечек нету. Ни черта нету. Не удивлен. Очередной раз я не удивлен. Ты бы зашел бы внутрь, что ли, я не знаю. 20 секунд. Надеюсь, за это время ничего такого страшного и экстраординарного не произойдет. Ну и что ты на меня уставил? Сиди вниз. Спасай родину от фрицев. А то они тут прям как у себя дома ходят. Отлично! Экстраординарного ничего не произошло. Все произошло как обычно. Кто пропустил? Замечательно. Чекпоинт просто от бога. Ну, очередной чекпоинт от бога. Чтоб вас, ну просто, ну кто там? Мы должны очистить эту деревню и защищать мост, пока не прибудут наши подкрепления. Если немцы его возьмут, мы окажемся в окружении. Готовы? Укрытие! Идите вы. Так, кто-то сел за пулемет. Весело будет сейчас. Откуда ты там? Это просто неожиданная шкерлила. Веселый тир с ответочкой, да? Вычистили. Так, это есть.
Я не знаю, эту сторону что ли держать? Или какую? Эту сторону будет держать. Не вставать! Наглый тут нашелся, понимаешь ли. Понаглее, видали. Со всех сторон лезут, просто реально, со всех сторон. Контролируем все выходы и входы. Тридцать секунд. Он сразу же в меня целился, хоть я стоял за стенкой, и он меня не видел. Сразу же назад полез. У него, кстати, фамилия Симашка, сразу же вспоминается Реутов ТВ. О, Симашка. Ты куда-то смотришь, бородач? Куда ты смотришь, бородач? Ну что это такое, а? Ну чё, все, задание выполнено, а можно меня сохранить прямо сейчас, вот просто без вопросов, чтобы это было? Сохраните меня, сохраните, потому что если я умру, я раздолбаю нафиг комп. Прекрасная работа, друзья. Что это за... что так называемая неуязвимая немецкая армия будет побеждена. Товарищ Сталин гордился бы каждым из вас, как я горжусь вами за то, что вы одержали здесь эту великую победу. Чё у тебя с рукой, мутант? Слушайте внимательно, товарищи. Севернее этого холма мы будем штурмовать железнодорожную станцию, где наши танки мягко вынудят противника покинуть свои посты или умереть. Как только станция будет захвачена, мы станем усиливать наше наступление до тех пор, пока все немцы, оставшиеся в лагерях, не умрут. Выступаем! Так, оружие все тоже нет, оставили только мощные 50-60 патронов. Ну и топлив. И гранаты. Выстраивайтесь сзади! Где прикрытие, используйте танки! Я надеюсь, это сработает. Иначе будет мне худо. Я ни черта не вижу из-за пыли, из-под его гусениц.